Вечные скидки. Всем привет! Весна окончательно вступила в свои права. На улице стремительно теплеет. Совсем скоро многие отправятся на дачу, а там одними шашлыками, как известно, сыт не будешь. Быстро подогреть пищу поможет микроволновка. Если у вас она вышла из строя или вы только собираетесь ее купить, самое время. Всевозможные сайты предлагают СВЧ-печи по привлекательным ценам. Самые выгодные предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам «Шоппинг-навигатор». Поехали! Микроволновки бывают отдельно стоящие и встраиваемые. Последние должны вписываться в отведенные для них габариты. Попытка встроить прибор в неподходящее место может обернуться довольно существенными затратами сил и времени. На этапе выбора микроволновки нужно понять, удобно ли будет ею пользоваться, а именно определиться с конструкцией дверцы. Петли у дверцы микроволновки могут находиться сбоку либо внизу. Дверца таким образом может открываться вбок либо откидываться на себя, как у классической духовки. Следующий очевидный параметр, с которым довольно легко определиться, это размер рабочей камеры микроволновки. От размера микроволновки зависит, сколько порций еды она сможет разогреть за один раз. Считается, что для небольшой семьи хватает вместительности до 20-23 литров, для 3 или 4 человек – 25-28 литров. В магазине DNS микроволновую печь DEXP MS-70 сейчас можно купить за 4499 рублей. Цвет черный, камера вмещает 20 литров и дополняется удобным поворотным столом со стеклянным блюдом диаметром 25,5 сантиметров. С эмалированных стенок легко удаляются засохшие частички пищи. Для простоты ухода перед очисткой камеры можно поставить на 1-2 минуты стакан с водой и лимонной кислотой. Прибор не имеет уникальных автопрограмм, но простые поворотные рычаги позволят легко подобрать нужное время и мощность работы. 35 минут таймера вполне хватает для разморозки мяса и прочих продуктов или разогрева готового блюда. Классическая навесная дверца легко открывается с помощью ручки. На сайте Озон микроволновую печь Кэнди сейчас можно купить за 5290 рублей. Объем 20 литров, диаметр поворотного стола 24,5 сантиметра. Внутреннее покрытие микроволновой печи эмалевое. Программы приготовления, разморозка, разогрев. Управление механическое, быстрый старт, блокировка от детей. На сайте Wildberries микроволновую печь Кэнди предлагают за 5033 рубля. Печь серии Basic сочетает в себе простоту в использовании и лаконичный дизайн. Специальный звуковой сигнал сообщит вам об окончании приготовления. Интуитивно понятное управление, с которым справится любой пользователь. Гарантия 12 месяцев. Тип управления – механический. На сайте MVideo микроволновая печь Solo Горенье продается за 5499 рублей. Простое в использовании устройство, оно может стать подходящим решением для офиса или дома, если вам не требуются автоматические режимы работы и прочие навороты. Эта модель выполнена в лаконичном нейтральном дизайне и удачно впишется в любой современный интерьер. Механическое управление удобно и надежно. Верхний поворотный регулятор отвечает за выбор уровня мощности, всего их 5. Второй – за установку таймера до 35 минут. По истечении заданного времени звучит сигнал. Есть функция размораживания, которая поможет быстро подготовить полуфабрикаты из морозилки к приготовлению. Внутренняя подсветка позволит контролировать процесс, не открывая дверцу. На сайте Эльдорадо микроволновую печь Комфи сейчас продают за 5699 рублей. Цвет белый, способ управления механический, камера 20 литров. Есть подсветка, автоматическое размораживание, звуковой сигнал окончания работы. Покупая СВЧ-печь, обратите внимание на мощность. Несмотря на то, что на рынке можно встретить как микроволновки-малютки с мощностью всего 500 Вт, так и мощные встраиваемые приборы, потребляющие 1500 Вт. В большинстве случаев мощность прибора подобрана в соответствии с его размером. Если же вы все-таки решили поинтересоваться этим параметром, то не забывайте, что нередко указанная на коробке мощность – это суммарная мощность микроволн, гриля и конвекции. Именно на эти значения нужно ориентироваться, если вы подбираете микроволновку, исходя из нагрузки, которую допускает ваша электросеть. Это был «Шоппинг-навигатор», ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами. Отличные скидки.